По поводу мяса. Значит, мужчинам нельзя есть куриц. Да. Потому что курицы все на гормонах. И наши все на гормонах. Ну, с рынка, пожалуйста, если бабки, у бабки, конечно, никаких гормонов нету. Но все курицы, которые идут, ножки Буша и так далее, и так далее. Теперь крупные ваши заводы московские, они уже все полностью технологию взяли. Там курица получает 6 женских гормонов. Включая прогестероновые и все вот эти вот, да? И поэтому, если мужчина начинает есть женские гормоны, у него, естественно, падает тестостерон, причем до уровня, который уже вот потом не восстановить.